премьера. Я смотрю, вы мои платья из химчистки забрали. Да, я... У нас утюг сломался. Вот, хожу на себе, отглаживаю. До открытия отеля осталось 7 дней. Гранд премьера. С 10 сентября в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. А вы что здесь делаете? Отель еще не готов. Гранд откроется через 6 дней. До открытия отеля осталось 6 дней. Гранд премьера. С 10 сентября в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. Идет ремонт лифта, вообще-то. К открытию я успею. Уже через 5 дней. Гранд премьера. С 10 сентября в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. Ты зачем бар в лифт перенес? Прикольно же так гостей встречать. Верни бар на место. До открытия отеля осталось 4 дня. Гранд премьера. С 10 сентября в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. У нас и тут слов нет. Ага. До открытия отеля осталось 4 дня. Гранд премьера. С 10 сентября в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. Ксюш, отель только через 3 дня откроется. Может, поедем ко мне, кино посмотрим? Давай. Ты первый. Ничего, ничего. Через 3 дня все равно встретимся, не отвертишься. Гранд премьера. В понедельник в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. Ксюша, а хочешь, я отвезу тебя в одно сказочное место? Леш, твоя комната за 10 тысяч в месяц? Это не сказочное место. 10 300 вообще-то. До открытия отеля осталось 3 дня. Гранд премьера. В понедельник в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. О, а вы тут что делаете? До открытия отеля еще 2 дня осталось. А вы где такой телевизор покупали? Хочу такой же себе в отеле установить. До открытия 2 дня осталось. Успею. Гранд премьера. В понедельник в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. До открытия отеля остался 1 день. Гранд премьера. Завтра в 9 вечера на телеканале Супер. Премьера. Не переживайте. Будет вам новый отель. Я уже все решил. Приходите сегодня. Гранд премьера. Сегодня в 9 вечера на телеканале Супер.